шайбу Черепанов. Переводит ее направо. Снова Черепанов. Бросает. И шайба влетает в ворота. Простой бросок, простой розыгрыш. Не стали ничего не выводить шайбу до ворот. Вот и в этой ситуации не бросок откуда-то из-за уха, а простой кистевой бросок. Шайба пошла в сторону ворот. В створ ворот, самое главное. Вратарь был закрыт, и поэтому 1-0. И достаточно уверенно реализовано первое большинство Акбарса. А кто закрывал? Закрывал. Можно извлечь какие-то уроки из-за неудачного розыгрыша большинства. И сразу же создан опасный момент. Судья решил. Поэтому судья решил перестраховаться. Ну давай с этого ракурса посмотрим. Вот она вот возле кружки добивает ее игрок автомобилиста. Вот Захарчук, видим, как борется. Вот серьезно их судят. Да, понятно, что у молодежи немножко другие требования. И момент у Азеведа. Выручают Сататки. Вот Адерсон очень странно. Поехал мимо своего вратаря, мимо бортера. Но Адерсон должен был подъехать, сейчас поблагодарить, потому что именно после его ошибки такой шикарный момент имел Азеведа. И бросок в ближний верхний угол. Ну, здесь, конечно, Сататки просто выручает свою команду. Ни одной своей попытки получает. Вот такой деревянный, то есть, ну, получается, он дерево. Малыхин, передача! Вольняков завершает атаку! Контратака! Завершилась голом! На дальней штанге классная передача от партнера, ну и игроки автомобилисты опять провалятся в своей зоне. Первое очко в матче против своей бывшей команды Малыхина. Первое очко, но все равно пока не первая заброшенная шайба, так что и ждем еще и заброшенную. Какой же ты требовательный, Сергей! Ну, Малыхин забивался в последних матчах, поэтому мы вправе этого ждать и сегодня. Твердится на новом рабочем месте. Перехват, Сиваков! Передача! И как же Колков сейчас не реализовал момент, и Сиваков запускает шаг! Невероятное что-то происходит в Екатеринбурге! Колков сам, наверное, не понимает, как здесь в этой ситуации не забил. Бросал на противоходе, Гарипов выучил, и после этого отдал. Быстро подхватил шайбу, быстро сориентировался, отдал передачу уже на Симакова, но и тот не попал в ворота. Ворота были не просто пустые, они были пустейшие. Ну вот давайте посмотрим с этого ракурса. Укол был не получен. Колков, кстати, был лидером во многих командах. Он с Бухтаре играл 3 года. В отставке Разина даже, просто даже думать не стоит. Не мысли так, не убивайте в себе. Если они рождаются, бейте себя по голове. И еще раз залетают ворота. Говорили мы, и вот привезли шайбу в сезоне. Кто еще мог забить? Колокол не забивает. Анатолий Колышев не получилось забить. Вот он. Можно сказать, что гол назревал, потому что автомобилист провел изрядное количество атак после перерыва. И самое главное, что форварды хозяев баражировали вблизи ворот Гарипова. Создавали остроту. Последний период важно сегодня, здесь и сейчас. Важно, что у Акбарса сейчас численное превосходство. Тахаров, ложный замах. Бросок Качара и гол 3-1. Ну, вот так быстрая реализация большинства. Ну, во-первых, удаление в конце второго периода за 6 плюх игроков. Абсолютно ненужное удаление получили. Хорошо, ну, вывели Качева на бросок. Мы видим здесь перепас. Совершенно спокойно Качев получает шайбу. Подъехал, сделал 2 шага вперед и бросил. Здесь мы видим Тисто, закрывал обзор Сакатки. Ну, и Сакатки, если по этой шайбе говорить, ну, не очень-то активно искал. Видим это, что мог найти он. Дернуться вправо, да? Мог найти он этот бросок, но замер в положении на линии. Хоккеисты с быстрыми руками всегда кажутся волшебниками. Опухов бросает и попадает! 4-1! Ну, здесь трудно что-то комментировать. Опухов третьего периода. Ну, теперь, наверное, это уже очень сложная ситуация для автомобилиста. Опухов катит. Не только к воротам автомобилиста, но и к юбилею, к 100-му голу. Ну и опять Малыхин на дальнем пятаке борется с 2 игроками автомобилиста, тем самым отвлекая внимание. Ну и Обухов, бросок, которым Сахацкий должен был справляться. Передача Обухова, номер 1, одержала... Дарья Миронова, Сергей Борисов, Дмитрий Федоров сегодня комментировали эту встречу, а в студии работали... Денис Казанский и Алексей Будюков. Всего хорошего, до свидания, пока. Встретимся на хоккее. Студии передаю я слово.